Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет GTA 5 Mobile, бета-версия на Android. Кто давно подписан на мой канал, знает, что я постоянно снимал новые бетки GTA 5 на Android, и всем нравилось. Потом что-то вообще я забыл и снимал чисто обзоры игр. Ну вот, совсем недавно мне подписчик написал: давай-ка GTA 5. Я говорю, ну надо искать, пока сейчас другие игры у меня на обзоре. Он: на тебе ссылочку, бро. Я такой: о, спасибо, бро. И вот, ребята, бро, я снимаю сейчас GTA 5 Mobile. Ссылочка, кстати, в описании. Да, весит она больше 100 мегабайт, если я не ошибаюсь, 150-160, где-то так. Сейчас посмотрим на эту GTA 5 Mobile. Сейчас я оценю, потому что я много снимал GTA 5 на Android. И всякие бетки, не бетки, в общем, все снимал, что связано было с GTA 5. И довольно-таки долго снимал, всем нравилось. Сейчас посмотрим, ребят, на эту, оценим. Так, что я вижу? Вижу, NPC ходят, машины ездят, уже радует. Так, зависаний пока нету, вот когда мы двигаемся нашим персонажем. Есть камеры, давайте посмотрим. Вид от первого лица очень дерганный, посмотрите, какой он дерганный. Ладно, это понятно. Что у нас по оружию есть? Вот, у нас есть пистолет, ну-ка, что, как он стреляет с него, ну-ка посмотрим. Ой-ой-ой, да, так, стреляем с пистолета, хотел сказать, с автомата. Что-то... Так, это что у нас, защита, да? Вот так, они все ходят под землей, это, в принципе, нормальное явление. Телефон, что у нас по телефону? Имеется телефон, без проблем, молодцы, посмотрите. Вот так это все выглядит, если рядом с автомобилем, да, еще и просто другие машины ездят. Ну что, это все неплохо, да, что всего добавили. Давайте посмотрим теперь самое главное, это движение на автомобиле. Так, это выход, понятно. Ну-ка, поехали. Так. Пока зависание я не замечаю. Но сейчас мы разгонимся. Повороты позаходим. Так, камера, что, свободная, 360. Машина вот пока что одна ездит, да, по одному направлению, по одному пути обозначенному. Тоже ездит под землей, понятно. Ну, в общем, как-то вот так вот. Что насчет повреждения? Давайте посмотрим. Никаких повреждений нету, просто врезался и все. Я такую снимал бетку, я помню, просто не было столько много всего, типа, чтобы машина ездила, там NPC ходили. Как бы просто была машина, ты был и маленький городок. А тут, как видите, открытая. Все, давайте посмотрим камеру. Вид от первого лица очень там все так сделано. Но тут, смотрите, прям как реально карта GTA, все прям по открытому, можно ехать куда хочешь. Это довольно-таки прикольно. Если вот еще бы ее буду работать до конца, все бы сделать идеально, было бы вообще очень круто. И, пожалуй, лучшая бетка GTA 5 на Android была бы. Но пока что сейчас этого сказать не могу. И еще насчет этого, что хотел сказать. Могу пожелать удачи разработчикам, чтобы не забрасывали этот проект. И в итоге может получиться реально достойная игрушка, похожая на GTA 5 на Android. Тут хотя бы полностью мир открыт, да, практически. Не как везде, там, выехал за дорогу, ты улетел уже с карты. А тут, как видите, каждый поворот, разворот нормально. На моем телефоне все идет вроде плавно. Никаких подзависаний таких сильно не замечаю. Вот такие, про вот такие провалы я говорил. Вот они случились. И что теперь? В главное меню можно возвратиться и снова же начать играть. А вот и настройки там были, а теперь давайте посмотрим по настройкам, поставим как можно больше всего и вообще просто посмотрим, что у нас имеется в настройках. А также, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Сейчас мы посмотрим с вами настройки этой игры GTA 5 Mobile Beta на Андроиде. Права такие вот, я вот провалы говорю, повторюсь еще раз. Я просто когда играл, вот вроде едешь спокойно, да, и проваливаешься тут. Так, нажимаем сюда, вот у нас настройки. Тут только вот графика, это бум эффект, и графика у нас и так стояла максимальная. Давайте посмотрим, как игра поведет себя на низких настройках. Вот ставим низкие настройки, средние и высокие.
Вот они, самые низкие настроечки. Поэтому, когда вдруг скачаете, если игра будет подвисать, попробуйте поставить себе низкую настройку. Но она вроде на высоких настройках нормально работает. Вот низкие настройки, посмотрите. Вот такое вот отличие, вот смотрите. Низкие, высокие, вот они. Вот так. Ну, замечается, конечно, замечается, что низкие и высокие, это сразу видно. Ну, как-то вот так вот, ребят. Вот такая вот беточка GTA 5. Вот видите, я про вот это все и говорил. Ну, в общем, это все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.